Всем привет, с вами Саша Джик. Бля, чуть не упал. Да ну нахуй его. Всем привет, а с вами Саша Джиггернаут, и сегодня мы будем делать обзор на... Агарию. Пиздец, скатился. Скоро в друзья за деньги начну принимать. Ну да ладно, ребята, хватит сарказмить, мы же будем играть вроде на веселой ноте. Да? На веселой? Или вы кто-то там грустите? Ладно, хер с вами, грустите дальше. Что я знаю про Агарию? Я поиграл в нее всего лишь 2 дня. Игра ужасно примитивна. То есть там из каких-либо фишек можно только выделить это колючки и все. Это называется «жри тот, кто слабже тебя». Знаете, тут есть такая философская нотка. Естественный отбор. То есть многие в нее просто играют, а я как-то разглядел тут такое. Если вы, ребята, хотите тоже поиграть в эту игру Агарио, достаточно вбить ее в Яндекс, то есть самая первая ссылка, она будет. А вот, допустим, я перешел по ссылке, какой ник? Ник, давайте, 228 напишу. Вот, а ФФА, команда экспериментального участия. Давайте вот так вот, все, играть как гость. Так, ну и вот, в общем-то, мы, как всегда, то есть начинаем с низов, то есть это, знаете, это... Чем-то напоминает NFS, то есть там то же самое, мы стартуем с самого низу, а потом нам надо наверстывать все это упущенное. Так, за мной гонится Ромарио, или Ромарио, может это Рома Диви... О, Баракабам, ладно, не буду хавать. Опа, халат, блин, мне вот показалось, мне гала, то есть я как за рэпом слежу немножечко, и вот иногда кажется... Так, ну, от этих вот залуп вообще надо прятаться в колючках, то есть, как мне рассказывали, да. Так, все, спрятались. Так, халат. Халаты мы сейчас можем скушать, но он слишком быстрый. Вообще, у меня нет какой-то там, я не знаю, цели выбраться в топ, потому что тут, как я понял, надо играть парно, то есть откармливать друг друга. У меня как бы получалось с некоторыми так договориться, просто вот им на В скинешь один шарик, ну, я не знаю, как это, поделишься с ними, они с тобой тоже поделятся, и все, и вы вроде вместе там... Я не знаю, как плаваете, я не знаю, что эти шарики там делают, плавают или что. Вот, и как бы у вас все, потом дружба, но до первого убийства. То есть, когда тебя убьют, у тебя меняется цвет, и он тупо тебя отхавает. Ага-ага-ага, сосамба тебе, чувак. 3 икса. Не догонишь ты меня. Вот так вот. За 2-2-8 погнался, в дураках остался. Так, тут меня порешают, не-не-не-не-не. Тут не вариант просто. Так, опа. Давайте сейчас вот эту вот штуку обработаем. Ага, смотрите, как боятся нас. Так, ну тот дурак разделился, он и все равно бы не захавал. Ну вот буквально играю 2 дня, как бы, ну, понял саму схему, то есть как тут играть, кого кушать, как делиться, кого кормить, то есть, вот, допустим, вот Бабаева я хавать не буду. Зачем? Ну, то есть, так, чисто, знаете, френдли. Я как, ну, не агрессивный игрок, то есть я не хаваю тут мелких. Ну, когда они мне попадаются. Вот видите, я его не буду хавать, то есть я вниз оттягиваю. Так, ладно, давайте от синего сейчас съебемся, потому что это опасно будет. Так. Ну, пока ничего интересного не происходит, я отожрался до 176. Ну да, там число постоянно растет, потому что я как бы набираю все вот эти вот шарики. Давайте представим, что это M&M's. Да. Я сладкое очень люблю, и поэтому... А почему бы нет? M&M's. Так, вот давайте вот так вот собираемся. Вообще, знаете, эта игра, как я и говорил, она довольно-таки примитивная. То есть проста, просто управление V, пробел и мышкой водить. То есть для 2-летнего ребенка все абсолютно сделано. Вот. Ну и для меня. Но тут некоторые люди изобретают какие-то там тактики. То есть, прям, знаете, вот реально, прям кланы целые создают, там френды, вся херня. А казалось бы, обычная примитивная игра. То есть, сожри того, кто меньше. Это игра, естественный отбор. И вот, знаете, тут такая, знаете, проскальзывает. То есть, раньше древние общины, чтобы выживать, они тоже как бы... так, нет, халат меня съест. Это как пить дать. Не-не-не-не-не, халат. Пошел нахер. Ну вот разделится он нас не съест, да? Так, ПБК Путин там был. Ладно, от Путина нам ловить нечего.
И вот, в общем-то, тут тоже это, знаете, проскальзывает. То есть люди, чтобы выжить, вот в нашем случае вот эти шарики, они тоже как бы со всеми там, ой, с этим френдли, ой, с тем френдли, там, того подкормил. То есть это же все вот от этого. То есть это гениальная игра, я вам скажу. То есть какое бы мое там отношение не было к таким браузерным примитивным играм, то есть, как бы, знаете, как бы сказал типичный, я не знаю, кто там, Battlefielder, графон хуйня. Так, давай сейчас вот этого съедим. Ну! Ой, блядь! Ой, блядь. Чуть-чуть не съели. Все нормально, живем. Нас просто обогнали. Так, вот давайте вот этого мелкого не будем кушать, потому что неприятно, когда вот такие вот большие дяди пиздят мелких. И как бы, ну, будем искать себе ровню. Ну, конечно, ровню мы не съедим, но... Ну, давайте отжираться, короче. Итого у меня уже 380 очков. Тут в углу, походу, никто вообще не катается. Ой. А вот там, знаете, там опасно. Так, я уже думал, что они на меня погнали. Так, ну да ладненько. Вот, в общем-то, мы нашли такое прям злачное место. Тут вообще никто не тусит. А, тут, кстати, можно еще скины покупать. Но скины, они, как правило, донатные. То есть, чтобы как-то иметь какое-то отличие. То есть, типа как XT. Пушка или корпус. Тут тоже как бы надо за это платить. А, вот. Ну, пока держимся. То есть, пока у нас серьезных стычек не было. Практически до 500. Отожрался я. То есть, отожрал свою зеленую тушу. Так, ладно. Посмотрим, как будет дальше. То есть, сейчас надо, главное, отожраться. Выбиться хотя бы в топ. И потом уже выйти и жрать других. То есть, так, доги. Так, блин. Ну, доги, если срастется, он будет больше, конечно же, меня. Это как пить дать. Так, вот он уже срастается. Не-не-не-не-не, братан. Опа-опа! Да иди к су... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой, манку едал! А-а-а! Тихо. Все, спокойствие. Саня, Ой, блядь. Там Гутим еще. Так, что если его подкормить? Оп. Ёб твою мать! Я ж тебя подкормил, пидор. Говна кусок, блядь. Ух, бомбит. Вот видите, как несправедливо. То есть я вроде как, вроде выразил ему как бы союз, типа там, гофиток замутим там или еще что-то. В общем, как бы протянул ему руку помощи, пусть я ему как бы... Ой-ой-ой-ой, вайбе, мамку ебал. Так, я не знаю, через колючку ехать или нет. Так... Ну и чё, сука? Ха-ха, за-за-за-за. Вот эти большие, они как бы колючки обходят. Потому что, я не знаю, я могу как-то вроде и стрелять этими самыми колючками, но у меня как бы руки под хуй заточены, и я ничего такого сложного тут сделать, увы, не могу. То есть какие-то тактические ходы. Я тупо, ну, собираю вот эти вот мелкие. То есть очень редко отжираю каких-то там больших. Вот, к примеру, вот эта вот грустная рожица. Сейчас мы до колючки доплывем. Я вот понять не могу, они летают или плавают. То есть, не, вот это вот так. Ну и чё, сука? Все, ушел отсюда. Тут 2 до 8 контролируют. Чё, сука? Пошел нахер, козел. О, смотрите, он кого-то подкармливает. Так, надо... Надо не объебаться. Вот, надо именно прятаться за колючками. То есть, чтобы не было таких вот... Ой, пошел ты нахер, козел. Выжидал меня как паскуда. Ладно, наверх мы прорыпаться не будем. Давайте сейчас по низу пройдем. Это как, есть же полуприседью, да, как в игрушках у нас. Так, ну там Yeah Games. Так, давайте кушать их не будем. То есть даже гнаться за ними бессмысленно. То есть мы их просто-напросто не... О, турки! Оп-оп-оп, саба мы зажимаем! Блять, мамку ебал. Ну ладно, окей. У меня сейчас, кстати... 6 часов утра, а я записываю Агарию, ору. Ладно, похуй, соседи уже ко всему прибегают. Твою мать! Они, походу, братишки. Вот как пить, да? Они друг друга вообще не жрут. То есть, вот именно с соклановцами, то есть, не соклановцы, а которые хотя бы на связи, или просто хотя бы вместе, которые вот так вот друг друга откармливают, это уже опасно, то есть, с ними уже как бы не стоит суваться. Так, наблюдать. Ну ладно, я тебя жрать не буду. Я тебя все равно, потому что не догоню. Вот, а делиться я не хочу пока что. То есть, пока что у меня нет какой-то определенной массы. Вот, как 700 наберу, так, ну и примерно буду так вот делиться изредка. То есть, и то, когда надо там кого-то
кого-то жирного, большого захавать. Ну вот, чем, кстати, чем больше мы становимся, тем намного медленнее набирается масса. Для нас вот эти вот маленькие хернюшки, это просто так, это плевок в море. То есть нам надо именно жрать наших ровесников, которые помладше, хотел сказать, нас. А поменьше нас, то есть вот именно от них это мы и получим. Ой-ой-ой, блядь, колючка! Мамку ёб. Чё, сука? Опа! Отожрал. Так, вот все, пошла жара. Так, ну вроде все, да, вроде что-то как-то в раш пошел. У нас до сих пор 562. Дэм. Почему так мало? Такс. О, вот давайте, может, турку съедим. То турка что-то охуела. Чё, сука? Ой, блядь! Хер. Ха-ха-ха. О, он меня подкормил, кстати. Спасибо, братан. Мне кажется, он не разделился, он меня... Вот так, братишка, держи. То есть, вот видите, вот это, мне кажется, и называется как бы френдли. Все, вот я его маленькую часть захавал. Думаю, он на меня агриться не будет, потому что мы, как бы, ну, дали вроде друг другу понять, что все норм. Как бы мы свои, братишки. Вот, 228 и хер. Хер. Ну ладно, я... У меня все на эту тему связано. Че, сука? Оп-оп, захавали. Так. Да, братан. Да, короче, вот. Пусть он нашу маленькую часть отхавает. Оп, все, заебись. Вот, ну сейчас, думаю, он не будет нас хавать. Да, вот, все, красавчик, видите? Во-во! Просто мужик. Так, Путин. Сука, сейчас Е захавает. Тварь. Тварь, нашего хера съели. Ой-ой-ой, блядь! Твою ж мать. Сейчас надо его откармливать. Блядь, не того откармливаю. Пиздец, хер. Жри, сука. Давай, братан. Все, мы сами стали мелкими, хер у нас подкормился. Так, ну, чую-чую, он от нас просто так не отстанет. То есть он будет прям до талого, прям... Ой-ой-ой, блядь, еще один пидор. Оп-оп-оп. Фак. Дэм. Дэм. Пам-пам-пам. Ой, бля, ну хер ли ты делаешь? Ой-ой-ой, сейчас меня вот это говно съест. Сейчас это говно съест. Вот, а как хорошо, знаете, шло. То есть, ну, не то, что я был где-то в топе, но как бы, ну, нормально. То есть, какой-то прогресс был. А сейчас что-то печально, что-то не гуд. Так, ладно, думаю, мы встретим еще раз этого Кера, то есть... Пофитуем с ним немножечко, то есть поделимся. Вот так вот просто, то есть абсолютно без связи можно найти себе как бы напарника. О, 2013. Верните мой 2007. Ну и не из-за того, что там эмо были модными, а из-за того, что там были модными еще и рэперы, снэпбэки. То есть вообще 2007 год это как-то именно вот в это время как бы были модные неформалы, что ли. То есть отличаться от других. Вот. Первую... Ой-ой-ой-ой. Так, пошел нахер, козел. Я вот тут вот спрячу. Чё, сука, пошел нахер. Так, ты тоже пошел нахер. А-за-за? Все, не поймать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это нам расколбас строит Готим. Вот, конечно, есть и такие, то есть, которые вроде тебя и подкормят, а потом возьмут и сожрут. То есть, ну, я не знаю, это они сделают специально, конечно же. Ну, тоже как-то типа тактика, что ли. Такс. А некоторые, знаете, играют без ника. То есть, вот, едешь на них, ну и... Блять! Не съел! И кажется, вроде, ну, они как бы не эти. Не игроки, вот, к примеру, как вот этот вот. То есть, ну, сука. Мамку твою ебал. Никогда так не говорите, не ругайтесь. О, смотрите, Путин-то как чё раскачался. Go hard, как Путин. Цитируем Big Russian босса. Так, ну... Опа! Сосать! И что удумал? Вот так вот. Путин не смог победить у КРФ. А-за-за-за-за. Че, сука? Опа! Ням-ням. Так вот, мелких отжали мы. Так, давай сейчас, чтобы... Да, вот эти вот пиписьки они... Ёб твою! Да ну нахуй. Не-не-не-не-не. Мне такой этот расколбас нахер не нужен. Так, вот там Саша какой-то, тёзка. Так, я хера не могу найти. Блин, вот мне он сейчас как никогда бы понадобился, то есть, чтобы
нашего залупа соединились. Вот, но нет, его почему-то нету. Так, Доги. Я, знаете, я прошлую игру, вот когда играл вечером, я союзил с Доги. То есть постоянно мы с собачкой так друг друга менялись. Вот, я ему, ну, свое отдавал, то есть на буковку. О, все, все, пожалуйста, соединилось. Так, ну, ну давай, хули. Так, ага, вон там чувак кормит кого-то. Надо вот именно, знаете, когда еще кто-то кого-то, большие люди кормят, ну, большие люди, большие эти кружки, надо как бы тоже между ними вставать и ам-ам-ам, и все, то есть свою пайку отжирать. Но главное, знаете, главное не попасться потом под раздачу. А то, как бы, мне кажется, никому не понравится, когда вы берете что-то чужое, что не принадлежит вам. Они вроде бы и скинули, но это как бы и не вам было адресовано. Вот, ой-ой-ой, я вот, кстати, за этим ирисом охотился, а он, видите, как разжирел-то на харчах. Так, земля, ладно. Землю кушать будем или нет? Ладно, уй, пошел ты нахер, козел! Пошел ты нахер. Все, он нас не догонит. Так, фарм... Ой, ладно, не буду я тебя догонять. Все, можешь не убегать. То есть я даже мышку в бок направлю, то есть не в ту сторону. Не очку... Опа, друг! Привет, друг. Братишка! Сука. Пошел. Вот, тоже умный, видите, за колючками прячется. Красавчик. По тактике. По тактике очку. Так. Так, мы вроде больше риса. Или нет? Ну ладно, судьбу испытывать не будем, то есть делиться точно уж не будем. Так, love you, блять. Но у него два кружка. Опа! Вот что, съебывается, что ли? Нет! Сука! Блядь! Сука! Блядь! Порежу сейчас вас всех. Не вас. Вот этих вот шариков возьму и лопну. Ну вот как-то так, ребята. Вот моя первая слитая катка в Агарии. Больше я продолжать как бы не буду. Подписывайтесь на канал, ставьте лукас, с вами был Саша Джиггернаут. Давай-ка еще каточку сыграю. Но ненавидел. Доктор, танцуй со мной, освобождай своих диких.